Ровно 4 года назад, 18 марта, наш общий дом, Россию, вернулся Крым. Помним, что и знаем, что именно Крым является военной базой, оплотом страны. Митинг собрал несколько сотен человек. На площади развивались флаги страны, а со сцены с поздравительной речью выступили руководители органов государственной власти республики и представители молодежного движения Якутии. Крым – это часть нашей Родины. И, конечно, это событие, которое имеет значение для жизни многих людей, наших сограждан. И сегодня мы проводим это мероприятие для того, чтобы почтить память тех, кто принимал в этом участие, и порадоваться тому, что Крым вместе с нами снова. Также присутствующих поздравили студенты вузов и звезды якутской эстрады. Со сцены они показали свои танцевальные программы и порадовали гостей мероприятия хорошо знакомыми всем песнями. Мероприятие прекрасное. Весна, правда, холодный, ветер, но все равно песни хорошие. Крым наш, это наша страна. Почаще мы такие мероприятия, не только один раз в год. Несмотря на действительно прохладную погоду, участникам мероприятия светило весеннее солнце. Атмосфера была пропитана праздничным настроением. Слова «Крым наш» согревали сердца каждого патриота своей страны. Василий Радченко, Екатерина Амосова, Владимир Павлов. Специально для Якутия 24.